А кто-то из родственников ваших был в Казахстане, жил? Не, он, у меня здесь много родственников, родные, двоюродные братья, и в Актове живут, и в Алмате у меня двоюродный брат живет. Давно живут там. Да, они здесь коренные, да. А они как отнеслись к тому, что вот вы Но гражданин? они радовались вообще, очень сильно радовались. Хотя я вот шел куда, ну, знал, куда иду, еду. Я же знал про Казахстан все, у меня здесь много родственников и в Алмате, и, ну. А про тебе что рассказывали родственники? Ну что, это как в России Спартак, народная команда, все говорят за Актобе, вот, и поэтому вот. А как отнеслись в России к тому, что вы получили казахстанский паспорт? Там не было каких-то упреков? Не, все нормально, да. А тяжело удалось это решение вам поменять? Нет. Я сразу посоветовался вот с братьями моими, посоветовался, и они легко говорят, бери, говорят, что говорят. А в молодежи сборных России вы не юношеских не В принимали? юношеское играл, Юношку принимались, да? да. Почему дальше дело не пошло? Как дела? А я тогда, меня машина сбила, еще до машины я ногу поломал, и тогда уже вот оттуда поехал, у нас как раз выпуск был, и меня еще и в дубль подписали Алани. И потом после травмы двойной перелом ноги и в Моздок переехал во вторую лигу, зона юг. Уже и в дубль меня не брали. Ну там тоже ну, другие ну, другая ситуация была. Там кто вот в школах играл в основе, ну на Россию, вот их практически всех вот так выгнали оттуда и в дубль взяли таких, как будто сына там начальника какого-то. Ну там насчет этого, конечно, на Кавказе некрасиво. Вот именно на Кавказе будет некрасиво, что своих берут. По блату. Да, по блату, да. А как вообще в тот момент не было желания бросить все и куда-то? Конечно, не было уже тогда, вот, когда уже в Моздок переехал, там вот начал играть вот, во второй лиге, хотя у нас там команда очень хорошая, Благобулов у нас был, Владимир. вратарь, да, Эрик Корчагин, ну у нас там очень Базаев, ну Моздок такая команда считала, вот, трамплин, вот оттуда во все шли по командам. С Моздока. И я там тоже 3 раза подряд ногу поломал. И когда третий раз поломал, я уже все домой уехал оттуда, побросил все. И потом мне позвонили и сказали, в Краснодар, говорят, 2000 поедешь на просмотр. Я поехал, и там опять все получилось, зацепился уже. Поехали без надежды домой. Да, без надежды. Хотя мне там президент Моздока говорит, если, говорит, получится, получится. Нет, говорит. И там 27 человек было, и меня только одного оставили, да. А что помогло им? Работоспособность, Да, боеспособность? у нас там две игры, вот я вот хорошо это помню, две игры у нас было, я тогда опорного играл в центре. И игра у меня как-то получилась тогда, вот гол забил, там, ну, хорошо сыграл. И меня сразу же, ну, позвали и подписывать, говорят, будем. Я сразу же говорю, я говорю, конечно. А если бы не получилось, чем бы занимались в жизни? Да я даже не знаю. К чему пришли? Наверное, я даже не знаю, либо ОМОНовцем был или черт, хотя у меня друзья, кто ОМОНовец, кто прокурор, кто что. Ну, где-нибудь бы работал, наверное. В одном из интервью вы говорили, что те, кто пришел на места талантливых ребят в Алании, сейчас нигде не играют. Кто Вот, чем? я же так вот все вот кого вместо нас взяли. Вот один, вот, ну, я с ними сейчас общаюсь хорошо. Вот один в аэропорту работает, другой в прокуратуре. Никто не заиграл. Вот кого взяли в Алане. А Хотели. вот, да, а вот кого не взяли, вот кто в Моздок со мной поехал, они все играют. Вот по вторым лигам, по первым лигам России. Возможно, поэтому такие проблемы сейчас в Алане. Ну, не, хотя сейчас там нормально, вот там местных сейчас берут. Да. А вот по поводу футбола всегда хотел узнать, то есть действительно ли такой талантливый парень, то что. Да, конечно, тем более он из моего села, ну, со станицы моего, там, в Северной Осетии, я его очень, его отца хорошо знаю, его самого хорошо знаю, его Дудиева знаю, они друзья вообще. Вот Дудиева и Хугулов, они всегда вместе бывают. А Хубулову по силам высший чемпионат России прыгнуть? Конечно, я думаю, да, вот он сейчас после травмы, и, по-моему, он сейчас не поехал, да, на Европу. Не поехал, вот, ну, после травмы, но он очень талантлив. Я думаю, он скоро где-то будет играть.
скажите, у вас дети, сыновья, да? Да, два сына у меня, да, они сейчас в октябре. Они как к футболу склоняются? Да, постоянно, конечно, приходят, постоянно. А сами не тренируются? Вот старший у меня сейчас пошел на футбол. Туда, в октябре? Да, да, да. И как думаете, какие задатки у него? Ну, он левоногий. Я думаю, он любит очень футбол. Более да. Атакующий, да? Да, да. А как так сложилось, что вы в обороне всегда и опорник, и защитник не тянуло вперед? Нет, нет. Я привык как-то, с детства привык. А с чего началось ваше занятие? Тоже отец привел? Нет, я сам в школе сидел, и тренер зашел, кто говорит, хочет записаться, а я пошел. У меня так семья вообще не спортивная. Меня никто не заставлял, чтобы я там играл или шел на футбол. Вот сам. А не препятствовали тому, чтобы... Нет, нет. Вот я просто во дворе с ребятами всегда гонял мяч. И просто вот, хотя вот на футбол пошел, потом на самбо пошел. После этого футбол бросил и опять обратно на футбол пошел. Ну так, разное. А когда родители вот осознали, что вы уже профессионально занимаетесь футболом? Ну вот мы когда во Владикавказ переехали с Южной Осетии, вот тогда, да, вот тогда еще ходил там в Южной Осетии на футбол, и потом вот во Владикавказ переехали, и я пошел там юность, школа, ну хорошая школа. И туда пошел, и мы сразу же поехали в Санкт-Петербург на турнир. И я там стал лучшим игроком, и меня в сборную тогда позвали. И вот тогда они уже осознали, что что-то есть. Да. Да. А Южную Осетию, если не секрет, почему покинули? Ну там же война была с грузинами, и там уже ничего не было, перспективы вообще ничего не было. Я там тренировался, вот нам вот тренер кидал мяч и просто бегали. Хотя у меня там, когда мы переехали, еще родители работали в Южной Осетии, и я там у родственников жил. Потом квартиру сняли во Владикавказе, и так получалось, что вот у меня даже ни бутс не было. Я уже на ЮНАС ходил, и даже вот на маршрутку денег у меня не было. Я постоянно пешком шел, где-то за 3 часа выйду, и пешком шел на тренировку, потом обратно. Такие сложности у меня были, конечно. Вот. Еще в юности, еще я был в 9 классе. А кто помогал не бросить, не говорил, мне тебе это надо? Вот никто мне не помогал, я сам. А глядя на нынешних мальчишек, все есть у которых? Какой совет? Да, конечно, сейчас уже все есть. Просто вот сейчас такие интернаты сделали, просто вот работа и все. А в октябре с детским футболом вы знакомились, там как у них? Не, пока нет. Ну так знаю, вот тренеров знаю, вот, некоторых. Так. А перспективных ребят много в октябре? Молодых вот сейчас у вас? Да, конечно, в дубле у нас хорошие ребята, да. Можно сказать, это как в октябре в Казахстане, это как Владикавказ, там, как Петербург, Россия? Не, я октябре сравнить ни с чем не могу. Для Казахстана имеется, что так много талантов всегда, свои звезды. Да, вот во Владикавказе так же. Там тоже всегда много перспектива, там большая очень. Там если посмотреть вот по дублям в российской премьер-лиге, в каждой команде по 3-4 человека соседи есть. Известная история, когда ваши родные, кажется, да, приютили беженцев. Да, вот когда 2008 война была, вот когда как раз я в Губкине был. Вот тогда. Это ваши родители, да, приютили? Да, конечно, там же все уехали. Много беженцев было, они же тогда заехали, грузины. И вы во Владикавказе их приняли, да? Да, да. И сколько человек там было? Ну, очень много, там уже не помню, 50 точно было. То есть у вас они жили? Или, да, у нас, да, у меня там дом нормальный, большой у меня дом, собственный, у меня же не квартира, а дом. И с кем-то из них пересекались, общались? С родственниками. Кого вы приютили, с ними потом пересекали? Да, у меня же родственников много. У нас в Осетии, вот если даже вот однофамилец, он такой близкий считается, у нас же так, у меня очень много родственников. Uh-huh. А у меня были одни родственники. Uh-huh. А с тех времен что еще запомнилось? Возможно, неприятного вспоминать, но все же, когда война была, что-то видели? Ну, война как бы, вот у меня сестра тогда осталась там в подвале. Uh-huh. В Южной Осетии, она всю войну там просидела. Вот тогда вот я себе даже места не находил. Хотя меня Щербашенко постоянно там охранял, чтобы я не уехал, а я уже готов был уехать туда.
Ну, уехал, чтобы сестру забрать как-то. Там ни телефона, ничего не было. Тогда ну, не ловило ничего, ни связи, ничего не было. А потом как решилось? Ну, потом я всегда на телефоне сидел с мамой, постоянно разговаривал. И потом как-то уже все ну, нормально стало, она уже вышла и приехала сразу. А детям все во время рассказываете, как это было? То есть они интересуются? Нет, насчет этого страшно, никому это не жалеет, ну, не жалеет, что война это страшная вещь. Мне рассказывают там друзья, кто воевал, но это страшная, конечно, вещь. Давайте вернемся как к тебе. Сейчас команда на первом месте, идет стабильно. Какой секрет клуба? То, что так идти, Астана, Шахтер сейчас набрали обороты, но как тебе не уступает. Ну, у нас коллектив, я думаю, вот из-за коллектива, вот взять, вот из, вот если вот команду убрать, вот начиная вот из поваров и заканчивая, наверное, вот от охранника. У нас вот все так дружно, вот все, вот я думаю, насчет, и, ну и, конечно же, тренер. От тренера, конечно же, много ведет, что команда так играет. Во Владикавказе вы говорили, Руслан Мухаметшин, да, то есть это выдающийся нападающий. Да. Сказать, вы с ним вместе играли, да? О нем вообще как это? Ну, да, он очень вообще, вот, чтобы так заиграть, это надо быть, конечно, инопланетянином, наверное. Ну, он с баскетбола пришел. Вот я помню, он в Ижевске играл, а я в Мордовии. И он забил, а у нас как раз игра с ними была, с Ижевскими, и мы их 1-0 выиграли. Я тогда узнал, что у них Мухаметшин есть два брата. И потом их после первого круга к нам взяли, и он как начал там забивать у нас во второй лиге, потом в первой лиге, вот сразу же. А у нас задача была не вылететь сразу в первый год, а мы заняли там 6-е место, Кубань обыграли 2 раза, и у нас дома 3-0, и у них тогда вот при Петреску, у них команда вообще... Мы очень хорошо выступили, 6-е место взяли. И потом, вот еще вот через год, вот когда выходили, он тогда тоже так по нас забивал. 31, что ли, забил, по-моему. Да. И он и сейчас в этом году. А я же все, там про него все рассказывали, что вот, говорит, Акимов, вот были нападающие, они, говорит, тоже, говорит, листали в первой лиге, но это, говорит, другой уровень. Он, говорит, столько, говорит, уже не сможет забить. А я всем говорил, что он забьет. Я говорю, 10 точно забьет. Где я интервью давал, вот точно не помню. И он же забил. А почему в премьер-лиге он не выступает сейчас? Он же выступает, он 11 забил. В премьер-лиге? Да, он 11 забил. Вот он лучший бомбардир среди российских форвардов. Среди нелегионеров, да? Да. А почему в национальной сборной его? А я думаю, из-за возраста. Ему уже 32, я думаю. Но он поздно пришел. Футбол играть. Он сколько, с 2000 какого-то, он же баскетболом занимался в профессиональной лиге и из-за этого. Феномен, да? Да. А в чем вообще, как он так забивает, играет? Скорость у него, удар, может, такой? То я, ну он как, ну он, ну, он фартовый, конечно, но он, ну он работяга. Вот трудом он все добился, он всегда вот первый бежит, он вообще не умеет. Мы даже с ним в Sony играем, вот в Revolution. Если он не проигрывал, он со мной месяц не разговаривал. Вот он вообще проигрывать не любит, даже вот в Revolution. Уже про бильярд не говорил. А с детьми вы в Pro Evolution часто играете? Да, я постоянно играю, да. Вы выигрываете их или они вас? Не, я посильнее, конечно. А я за кого играете? Он Барселону всегда выбирает. А вы Ювент? Не, я Мордовию выбираю. Мордовию? Да. Не Мордовию выигрывает? Да. И за себя интересно играть? Да. И то там как по соотношению в жизни сильно сделали вас или наоборот? Не, нормально, по этим нормально меня сделали. Когда, да? Да, по этим, как называется. Ну, показатели у меня такие нормальные. А кому слишком большие поставили? Ну, у нас одинаковые, по-моему, с Мухаметшиным. Да? Ну, там же делали, как с первой лиги, а мы же там стали, я, по-моему, лучшим защитником стал. В первой лиге Руслан и лучшим игроком, и лучшим бомбардиром, и поэтому нас, наверное, так сделали. Ага. А вы за Ювентус болеете? Да, я за Ювентус болею. А не были на матчах Ювентуса? Не, был, конечно, был. Вот, они еще давно играли, мы еще, вот тогда я за них начал болеть, вот с Ростовом. Они когда-то давно играли с Ростовом в Интертату, еще Интертату был, там Давидс играл за них, ну, многие. Конте еще играл, вот сейчас у них тренер.
Вот тогда я еще был. Потом вот в Донецке еще был на игре. А в Италию не ездили? Не, в Италию нет, но я думаю, скоро поеду.